Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Братске. По предварительным данным, водитель одной из иномарок выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Один из автомобилей перевернулся на бок. В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры обеих машин. Также медицинская помощь потребовалась двухлетнему ребенку. Ему назначили амбулаторное лечение.